Классно, я опять проебала работу. Надо бы найти работу другую по душе. ХММ. А я знаю, где можно работать. Неджик, уже ночь. Ну и ладно. А так как лох была на старой работе. Подвести. А давай. К пиццерии ПЖ. Авария. Заметила, спасибо. Надеюсь, примут. Здравствуйте. Стоп, ты что тут делаешь? Ой, систер. Я готовлю. А можно с тобой? А только ничего не подожги. Это запросто. А почему ты не на старой работе? Долгая история. Сколько ты уже работаешь? 1000 лет. Ни хрена. Так, стоп, а чё футболки нет? Это арабы украли, ничего удивительного, логика Роблок. Кем мне работать? Да хрен знает. Ну и ладно. Буду шеф-поваром. Здравствуйте. Итак, начнем. Бля, не могу взять. Систер, сюды. Звала. Гений. Ха-ха-ха-ха, сок. Расскажи, как готовить. Это просто легко, смотри. Я еще сама себе напиток заказала. Пьешь тесто, хуяришь кетчуп, нас. Хочешь, сделаю. Давай. Тебя... спасибо. Пожалуйста. Снова берешь тесто, нахренач, кетчупом нахуяришь сыра и колбасу, или что ты хочешь? Ни одного кассира и, блять, миллиардов поваров? Я впервые такое вижу. Чеша, вот меня услышали или уши заложил. Ничего не понятно, но очень интересно, ну ладно. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй туды, охапку дров и... Ты мне нравишься. Они едят пицца. Эй, ты чё натворила? Ну все, ты уволена, однозначно. По тебе премия. Спасибо. Федор, у меня очень сильно горит жопа! Однозначно, все, вызываем менеджера. Ты плохо работала. Человек-паук в кухне. Ты не уйдешь, точно тебе звездец. Класс, проебала опять работу, ну что ж, лето с гоу искать новую работу. Блять.